Новый год – это, пожалуй, единственный праздник, который ждешь с нетерпением и надеждой на чудо. Встретить его хочется как-то по-особенному. В Димитрове заранее подготовились к тому, чтобы жители и гости города в новогоднюю ночь не скучали. Но такого праздничного действия не ожидал никто. Первые минуты нового 2012 года. Глаза всех собравшихся подняты к небу. Его озаряют разноцветные огни пиротехнического шоу. Несмотря на туман, захватывающие фейерверки ярко освещают ночное небо Димитрова. И каждый в этот миг загадывает свое заветное желание. Более 5000 человек собрались встретить Новый год в самом центре Димитрова. Еще бы, ведь здесь пообещали настоящую сказку. И началась она в эту удивительную новогоднюю ночь. Возле главной елки города была организована увлекательная праздничная программа. В полночь, по традиции, на большом экране состоялась видеотрансляция поздравления президента Украины. Присутствующих со сцены поздравил заместитель городского головы Юрий Третьяк, а после поделился с нами своими впечатлениями о празднике. Конечно, приятно, потому что праздник, люди пришли, каждый находит, будем говорить, занятие себе по интересам, кто греется у костра, кто в конкурсах участвует, кто просто общается с друзьями, со знакомыми. Я не помню, чтобы зимой в Димитрове, в парке проводилось какое-либо масштабное мероприятие общегородское. Это, я думаю, это главная изюминка, что Новый год в этом году, 2012, это своего рода подобие Дня города, Дня шахтера, когда весь город может собраться в одном месте, встретиться, пообщаться, попраздновать и, конечно, набраться массу эмоций и настроения. В эту ночь в парке имени Гагарина не было ни одного грустного человека. Наталья и Михаил 2012-й встретили в танце. Игорь предложил своей девушке Кате руку и сердце. Ты самая дорогая для меня и самая лучшая. Кать, выходи на меня замуж. Год начался со счастливых событий, а значит, будет удачным. Но на этом сюрпризы не закончились. Дед Мороз и Снегурочка проводили на сцене конкурсно-игровую программу с богатым призовым фондом. Главный приз розыгрыша – жидкокристаллический телевизор. Его счастливой обладательницей стала одна из работниц шахты имени Стаханова. Ну а теперь шахта Стаханова будет смотреть LSD-телевизор! Главных кудесников Нового года на празднике было предостаточно. Они рассказывали гостям о традициях празднования Нового года в других странах, а также исполняли мечты и желания. Народ у нас очень веселый. Вот. И я думаю, ни в одном городе, я горжусь своим городом, не проводятся такие праздники, как у нас. Вот. Народ у нас откликается на все конкурсы. Мы им приготовили очень много подарков. Хочу поздравить всех с Новым годом. 2012. Хочу пожелать, чтобы их проблемы остались 2011 годом, а в 2012 году они почувствовали новую жизнь. Это была настоящая сказка со своими персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой. И тысячи людей нисколько не пожалели, что провели эту ночь таким необычным образом. Настроение хорошее. Но понимаете, в чем все дело? Деда Мороза нет, сегодня вместо него я. Снега нет, я сегодня вместо Деда Мороза. Если люди не научатся быть добрее и терпимее друг к другу, я со своей армией в следующем году приду. Это просто предупреждение. Все жители города Димитрова, с Новым годом! Здоровья, благополучия, достатка, мира, покоя, хорошей работы с достойной заработной платой. Ура! С каким настроением встречаете праздник? С отличным. И жду всего самого хорошего только в этом году. Чувствуется, как говорится, Новый год будет. Желаем всем счастья, здоровья, любви. И чтобы никто никогда в жизни не болел. С праздником, с Новым годом! Потрясающий праздник в Димитрове решили не пропускать и жители близлежащих сел, городов и даже стран. Праздничной атмосферой новогоднего чуда они решили насладиться сполна. Димитров организовался, в отличие от Красноармейска. Мы этому очень рады. Мы приехали сюда специально для этой цели, чтобы здесь провести хорошо время. Все понравилось. Вообще замечательный город, все классно. Все радует, все веселит.
Музыка хорошая, елочка красивая. Мы вообще приехали с Ивановки. Сказали, что здесь будет бесподобный праздник. Мы приехали, нам очень понравилось. Всем желаем в новом году здоровья, счастья, благополучия, любви. Чтобы все люди жили, ну, жили счастливо и не было никаких проблем. Всех-всех благ. Я представитель России, я приехал сюда с Краснодарского края. Очень мне нравится вообще. На Украине хоть на 2 часа позже мы встречаем Новый год, но он счастливый. Всех жителей Украины поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, удачи, всего-всего самого наилучшего. И самое главное, с нами, россиянами, жить дружно. На сцене, оснащенной профессиональным светом и звуком, народ развлекал музыкальный коллектив Золотинского, который исполнил попурри из любимых песен 70-х-90-х годов. Вокалисты были довольны теплым приемом горожан и созданной здесь атмосферой праздника. Очень хорошая атмосфера. Сейчас и мы с вами медовое настроение. Я добавлю, несмотря на то, что холодно, как не скажем, все равно холодно. Чувствуется, -2 где-то примерно. Но все равно тепло от ауры людей, от энергетики. Мы рады присутствовать на вашем празднике сегодня. Программа празднования Нового года не оставила жителей Димитрова равнодушными. И это несмотря на то, что не было обещанного снега. Организаторы, как и полагается, выполнили свое обещание, и снежная пушка все время находилась в парке и была наготове. Но включать ее при плюсовой температуре просто не было смысла. А вот традиционный большой новогодний костер привлек немало желающих погреться. Вы устали от забот, все пройдет. Вам немножко не везет, все пройдет. Отчего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Мне хочется верить, что в этом году всем будет только хорошо. А кому будет плохо, пускай воспринимает и плохое, но только как хорошее. Во всем надо извлекать уроки, из хорошего, из плохого. Я думаю, наш город будет еще красивее в этом году. И все будут еще активнее принимать участие во всем. Люди слишком этого ждали, и хочется всем уже хорошего. Поэтому как бы пускай без снега, но все равно с Новым годом! Хороводы, конкурсы, танцы, песни, фейерверк – еще далеко не вся праздничная программа. В городском парке в эту ночь работали аттракционы, и покататься на них было немало желающих. Неподалеку осуществлялась и выездная торговля. С каждой минутой людей становилось все больше и больше. Радость, веселье и счастье царили на этом празднике. Участники новогоднего гуляния были в восторге. Как атмосфера праздника? Как отлично, отлично, хорошо, очень хорошо. Красиво, очень. И погода хорошая, атмосфера. Как вот Валечка, рассвет вот утренней зари. В Димитрове стало традицией не только проводить будни, но и встречать праздники в чистоте. Поэтому даже те, кому в праздничную ночь приходилось сразу убирать все последствия бурного веселья, работали с удовольствием. Мы убираем, да. Чтобы подарить жителям города Димитрова и близлежащих населенных пунктов незабываемый праздник, городская власть сделала все от нее зависящее. И люди оценили это по достоинству. Спасибо большое организаторам в лице Руслана Валерьевича Требушкина. В нашем городе это очень приятный сюрприз для нас. Никогда такого не было. Все очень довольны, я думаю, хорошо прошел праздник. Когда мы зашли сюда, я сказала, смотрите, Лас-Вегас. В общем, все, спасибо большое организаторам. Очень тронуто за наш родной Димитров. Ну, в общем, очень-очень тепло от всего этого. Очень поднимал настроение иллюминация. Такого ни в одном городе нету. Я считаю, что праздник удался. Все мы видим, как красиво и празднично. И даже то, что погода не позволила сегодня, чтобы был снег, как это предполагалось. Я думаю, настроение у всех хорошее. В эту ночь повсюду были слышны пожелания здоровья и счастья. Новый год в Димитрове встретили весело и дружно. Ночь была яркой и незабываемой. До утра город так и не уснул. Остается только надеяться, что весь год в Димитрове пройдет так же, как и новогодняя ночь. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. И как тут не согласиться с народной мудростью?